Всем привет, дорогие друзья! Как и обещал, решил сделать обзор на линейку жидкости фирмы Fruit Oil, про которую я ранее говорил, которую то есть, покупаю для себя. Ну, обещал вам сделать более подробный обзорчик на данной жидкости. Жидкости хорошие, хочу сказать. Качество... на уровне, то есть цена-качество хорошее. Данная фирма пользуется основой Мерк, Германия, и Аронки ТПАшной, Калифорния. Соотношение ВГ-ПГ на 70 на 30. Производство России. Очень хорошие жидкости. Ребят, сразу говорю, это не рекламная акция, ничего. То есть, мне за это никто не доплачивает, никаких бонусов у меня нету с этого. Это чисто так личное, как говорится, мнение после использования данных жидкостей. Также есть у меня, как бы, ну, я вам в предыдущем видео говорил, то, что покажу я чеки, что покупал я данные жидкости. Забирал их путем самовывоза с адреса. Как бы вот цена составила 1528 рублей. Тут вот всякие наименования. То есть есть также отдельно наборчики. Про них чуть попозже. Что хотелось бы сказать, как бы в целом неплохо, но не вся линейка, то есть хороша, но тут индивидуально для каждого, кому-то подходит, кому-то не подходит. Тут я заказал, получается, 8 пузырьков, из них что-то мне понравилось тут больше, что-то меньше, что-то вообще не понравилось. Соответственно, как бы я вот разделил на три части. Давайте как бы с более худших вариантов, вот линейка жидкости Elite Oil, это малиновое варенье и... мармеладные леденцы, они у меня почти полные, как бы я их попробовал, там по пару баков выпарил, ну не то что-то от них. И горло побаливает побольше, то есть и сушат они больше, ну не знаю, видно, аромки, может быть, скорее всего, другие какие-то они добавили. В принципе, на сайте производителя все описывается подробно. Так, их сразу в сторонку, но это не по мне. Так, второй вариант, он... намного лучше, как бы, но не самый лучший. Такой среднячок, на четверочку, я бы так скажу вам. Как бы, тут же, да, еще что хотел добавить. Также есть премиальные жидкости, вот они идут вот в таких стеклянных пузырьках с пипетками, то есть все сделано хорошо. Как видим, то есть тут написано, тут состав. Не меры предосторожности, то есть принимать кому нельзя, сделано в России, то есть Fruit Oil и описание до какого, то есть использовать и все такое. Так, что про эти жидкости? Вкус вот тутти-фрутти, такой вкус детства непонятный, то есть, ну, довольно-таки приятный, вкус фруктовенький. Тоже так ничего, в принципе, тоже у меня больше полпузырька осталось. Потом вот ледяной арбуз. Очень хорошо идет, то есть, как бы такой свеженький вкус. Арбуза самого так, слабоватый привкус арбуза. Вот данная премиалочка, это у нас получается чизкейк, по-моему, с клубникой и каплей ванили. Сам поподробнее скажу. Мне так он не очень. Да, вот он, вкус чизкейка с каплей ванили, а, и баварского крема. Извиняюсь, не клубника, а баварский крем. Мне так он не очень пошел, как бы тяжеловатый он для меня. Ну, не знаю, как-то так я вот половинку выпарил. Ну, не на каждый день он не пойдет. Так, если раз в недельку для разнообразия, то нормуль. Это что касаемо этих трех вариантов. И вот хочу как бы отметить три вкуса. Это пока вот, которые я заказывал для себя, которые, то есть, ну, ушли у меня на ура, в принципе, один. Вот вообще, буквально за неделю я выпарил вот эту вот премиалочку Shelf Boulevard. Это у нас получается экзотический вкус тропических фруктов. Очень вкусно. То есть, хорошо заходит. Вообще отлично.
Потом у нас получается, это вот линейка у них какая-то собственная, ну, я так не понял. Ну, как бы тоже очень хорошие вкусы. Это Love Attack и Maharaja. Еще у них есть вкус Armstrong. На тот момент, когда я заказывал, не было Armstrong, ну, тоже, говорят, хороший. Вот сейчас в этот раз заказал, попозже в течение 2-3 дней должно прийти. Вот эти тоже заходят великолепно, советую всем, вообще 5 с плюсом. Что касаемо обслуживания, как говорится, клиентов, консультанты работают на ура, молодцы. Девчонки звонят перед отправкой заказа, консультируются, то есть, может быть, какие-то там вкусы добавить или что-то вы там пересмотрели как-то свой заказ. То есть, если вы передумываете, оставляйте комментарий, связаться перед отправкой, с вами обязательно свяжутся, все уточнят, то есть, скажут, когда конкретно отправили заказ и все такое. На данном сайте проходит, очень часто проходит акции, я вот под эту акцию тоже попал, хорошо. Одну заказываешь, вторая в подарок. То есть, по факту, я заказал, грубо говоря, 4 пузырька, и 4 мне в подарок дали, как бы вот так вот. Сейчас там на данном сайте проходит акция 2 равно 4. То есть, 2 заказываете с одной серии, 2 в подарок. То есть, другие вкусы, пожалуйста. Также все с консультантом это обсуждается. Девчонки молодцы, как бы. Вот мне там сейчас второй заказ, там кое-что я пересмотрел. Они, во-первых, объединили мне 2 заказа в один, чтобы я не доплачивал за доставку. А во-вторых, там как бы подарочки положили в плане, ну, согласно акции. Те, которые, то есть, ну, не было на сайтах. Вот, опять же, я Махараджу себе заказал и Armstrong. Они мне в виде подарка, то есть, ну, 4 флакона положили, что по акции идет. Также на данном сайте можете заказать себе отдельно основу с никотином, без никотина, отдельно аромки, то есть все там есть. Ссылочка на сайт будет в описании, как бы, как всегда, посмотрите, зайдете, зарегистрируйтесь. Можете заказывать как доставку Почты России, так же и с пунктов самовывоза. Вот я, например, пользуюсь пунктами самовывоза, оплата при получении. То есть получили товар, оплатили, убедились все, что цело, ничего не разлилось, все нормально. Как бы люди идут навстречу, если что не так. Единственный минус, чуть-чуть неудобный, то есть вот в данных сериях пузырьки для заправки, как бы. То есть, в принципе, пипеточка такая есть, носик. А сами флакончики, то есть, ну, жестковатые, как бы приходится, то есть, усилия прилагать, чтобы выдавить там. Тем более, если на морозе жидкость подмерзает, как бы тяжеловато. Есть, то есть, стопорное кольцо защиты от детей на всех, в принципе, пузырьках, что радует, как бы вот ребенок уже, если даже залезет, открыть не сможет. Еще я себе заказал, вот что хочу сказать, наборы. Сейчас я нажму на паузу, как, потому что там их очень много пузырьков, на самом деле. Сейчас я их разложу аккуратненько и быстренько по ним пробежимся, а потом как бы перейдем на сайт. Я вам покажу сайт, что действительно сейчас там проходят акции на мониторе. И как бы сами увидите все. Так, итак, продолжим. Вот они, наборы, все это пробнички по 10 миллиграмм каждый, с разными вкусами. То есть, тут есть виноград, что тут еще у нас? Апельсин, персик, маракуйя, арбуз отдельно. То есть, все это пробнички. Так, цена вопроса, они продаются по 8 штук, у меня здесь 16. 8 штук стоит 200 рублей. То есть, ну, соответственно, 400 рублей я вот за это заплатил, как в чеке, если... назад промотайте, там все подробно, ценники расписаны, то есть можете как бы начать с этого, соответственно, заказать пробнички отдельно, попробовать, кому что пойдет. Я вот тут пару пробников пробовал, как бы, не помню какие, правда. Так, не суть, как бы, лимонный пирог я пробовал, еще что-то, а, да, вот, лимонный пирог. Такой тоже вкус лимончика, знаете, цедр лимона такой приятненький, можно попарить. Но опять же, на баке, как вы знаете, вкус плохо, то есть раскрывается. Вот вишню я заливал, видите, ну, буквально чуть-чуть, вообще не чувствуется, честно скажу.
Что она есть, что ее нету, непонятно какой вкус, еще, опять же, после старых, как говорится, предыдущих жиж привкус остается, то есть непонятно. Надо пробовать ее на дрипке, честно. Как бы буду пробовать, буду делиться мнением. Сейчас вот придут еще новые вкусы, соответственно, тоже сделаю. А потом, как бы там, может, спустя месяц-полтора, как я по заказу по чуть-чуть выделю определенные вкусы, которые вот мне прям они понравились на 5 с плюсом. И как бы дам рекомендации вам, покупать, не покупать. А сейчас давайте как бы плавно сейчас перейдем к монитору. Я сейчас подниму, чтобы вот вам показать данный сайт. Вот как он выглядит, ребят. Я, конечно, извиняюсь сразу за качество съемки, то есть, ну, потому что все это на быструю руку делается. Вот. Вот, то есть, получается, сайт Fruit Oil. Вот сейчас у них проходит акция 2 равно 4. Я заказывал там. Вот они все вкусы. Всякие вот, то есть линейки. Это еще мало что-то. Я почему? Потому что созванивался с администрацией сайта по поводу, хотел вот уточнить, появится ли Махараджа отдельно или нет. Они говорят то, что там у них ребята что-то напортачили, то есть, ну, кто занимается раскруткой сайта, не указали данной жидкости. Также, вот видите, можете заказать здесь отдельно аромки вот такие вот, клептоны. То есть пузырьки отдельно вот для заливки жидкости. И вот они основы. Мерк, то есть, ну, как бы отдельно можете пропиленгликоль, отдельно глицерин, отдельно даже, по-моему, там никотин есть, надо посмотреть, точно не помню. Не буду врать вам, чтобы не ошибиться. Опять же, вот нажимаете, то есть купить жидкость, выбираете вот из серии. Вот они появились опять наборчики по 8 штук по 10 миллиграмм. Вот они. То есть, ну, 200 рублей. Все это дело стоит. Как бы быть, не быть, опять же, голословным, ребят, я зайду вот в личный кабинет, то есть, как бы, вот видите, предыдущий мой заказ, ну, вот он, получается, на бумаге, 1528 рублей, вот, нажмите паузу, вот тут вот все, в принципе, подробно расписано, которые, то есть, получается, ручкой, это все в подарок, согласно акции, которую я покупал. И, чтобы не быть голословным, вот он, действительно. То есть, вот первый заказ был сделан 4 января, потом я 7-го дозаказал, и они мне объединили два заказа в один. То есть, вот позвонили девчонки, дали мне скидочку новогоднюю 25%, то есть 738 рублей. И вот они, как говорится, жидкости. То есть, получается, по одной обычной, 4 премиалки я заказал, то есть, ну, вот она, подороже чуть-чуть. И, соответственно, так... Вот он комментарий. Вот так вот сделаем. Вот. Комментарий к заказу. То есть Shelf Boulevard. 4 штуки плюс 2 штуки Махараджи и 2 штуки Амстронг. Это, то есть, идет все в подарок. Как бы, ребят, вот такая вот история. Советую данный сайт. Ребята молодцы. Борются, то есть, с конкуренцией. Какие-то акции постоянно вводят. Были предновогодние акции, новогодние акции. Сейчас уверен, что еще какие-то акции будут. Надо постоянно, то есть, отслеживать. Группа ВКонтакте у них есть. Там постоянно администраторы отвечают на интересующие вас вопросы. Что лучше, как лучше, какие жидкости вкуснее. То есть, ну, сами понимаете, жидкости это на любителя. Так, в принципе, советую всем. Как говорится, производителю отдельно спасибо вам, что действительно делаете вкусные и доступные по цене жидкости. Ребят, всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Подписываемся на канал, ставим лайки. Ждите выхода нового видео. Буквально вот, дай бог, все зависит от... Как говорится, почты России нашей. Заказал я очень много товаров с AliExpress и для экшн-камеры, для своей новой. Там посмотрите видео предыдущее на экшн-камеру и для StickPic. Там много новых плюшек. Новый, как говорится, атомайзер и все такое. Еще раз всем спасибо. Ставим лайки, подписываемся. Пока-пока.